все пошло. О, ебаные, блядь. Мэр, видишь, никак не может сделать нам дорогу, Ульяна. Вот-вот. Только себе хватает, блядь. И сейчас он туда. А как вот девушкам молодым? Это спортивный комплекс. Самый центр города Кяхты. Вот еще перейти на другую сторону. А как молодые мамы? Бабушки с внуками. Я лично уже 6 лет как маму похоронил. И к Черемпилову обращался, и к Степанову, и к Баентуеву. Но на следующий год обещают заложить деньги. Так что пока, как говорится, крепитесь. А там, может, денег не быть у них. Произошел в моей жизни быстрый карьерный рост. Я занимаю в России очень высокий пост. Мимо меня протекает денег огромный поток. Иногда я себе позволяю из потока.